Всем привет, ребят, с вами Заза. Продолжаем проходить мод, точнее, ну не проходить, а искать сокровища в Fallout 3. Что это было? Ну ладно, в общем, помните загадку номер 3, которую мы так и не смогли разгадать. Я спросил вас в комментариях, никто мне, к сожалению, не ответил. И мне пришлось посмотреть в интернете. Ё-моё. Ну ладно. В общем... Ответ довольно сложный, и доказаться до этого было довольно трудно, на мой взгляд. Потому что, не знаю, надо быть с хорошей фантазией, чтобы это разгадать. Ну, в общем, даже чтобы это придумать, надо затратить много усилий, на мой взгляд. Так вот, как разгадывать это за загадку, можно так назвать. Мы идем в левый верхний угол и идем по часовой стрелке по одной букве. S-P-R-T. I-N-G-V-A-L-E. То есть, если прочитать, это получится Spring Whale. Ну, а дальше давайте направимся сюда и поищем нужное нам сокровище. Я серьезно не понимаю, как это догадаться. Я считаю, что это пока что была одна из самых сложных загадок. Ну, первая была легкая, Undale. Дальше... Вторая тоже была довольно такие. Ну, в общем, не очень простой, но это намного сложнее. Дождемся утра, посмотрим еще раз на нашу карту и попробуем найти сокровище. Восемь утра, приятный рассвет, все так светло. Что мы видим? Мы видим дорогу, машину и дом. Дом повернут вот в эту сторону. Или не в эту. Если мы смотрим относительно дороги, то он должен быть вот в эту сторону. Да, это, наверное, вот этот дом. Потому что мы видим машину. Это один из этих домов. Так. Окей. Блин, неужели опять буря будет? А такой хороший рассвет начинался. Вот машина, смотрите-ка. Вот, прям вот похоже. И дом. Да, и дом выглядит так же. Значит, скорее всего, все-таки вот этот дом. Неплохо. Ага. И как-то попасть. Ха-ха. Нам еще и нужен ключ. Вот это поворот. Оригинальным. А где его взять? Где может быть ключ? В почтовом ящике, но он пустой. В машине маловероятно. Блин, ребят. Мало того, что здесь еще надо было найти как бы само место, да, ну, Spring Whale. Еще и ключ какой-то. Блин. Как думаете, возможно, есть какой-нибудь другой дом? Я сомневаюсь. Хм.
Дорога, машина, дом. Мы, конечно, пройдемся. Но там было очень похоже. Что может быть куда-то другое место. Но ключ. Ой. Загадка в загадке. Пауза. Возвращаемся. Но пока что мы ничего не нашли. Ё-моё. Я опять в тупике. Хотел перейти к следующей загадке, но... У нас не получается сгореть даже эту. Ключ. Нет, ну это определенно тот дом, смотрите. Дом. Вот так выглядит. Машина. Сейчас кое-что сделаем. Вот, так будет получше. Какая-то еще непонятная вещь. Что-то похоже на человека. Детская площадка. Вон еще мусорный бак. Но он тоже пустой. Смотрите, у нас какие машины. Вот такая. Такая. Нет, все-таки похожие. Я подумал, может машина
Какая-нибудь особенная, но нет. Она уже взорвана. Это логично, судя по ее состоянию. Блин, ребят, опять тупик. Что ж такое? Что же нам делать? Опять лезть в ГЭК и смотреть, что же нам нужно для этого ящика. Ну, видимо, так придется сделать. Ну, что, давайте я сейчас немного сам еще погуляю и вернусь. Ну, если я как бы... Ну, в любом случае, конечно, вернусь уже с ответом. Либо сам найду, либо ГЭК. Одно из двух. В общем, ребят, вы не поверите. Я все правильно нашел, вот это место. Этот люк, он из Broken Steel. И автор, соответственно, не учел этого. И поэтому нам надо как-то залезть под него. Вот он, клад. Неплохой клад. Мы забираем все, вылезаем и направляемся со следующей картой. И дорога нам ведет нас в Rivet City. Да, я был немного удивлен, увидев это, ну, то, что там стоит этот дурацкий люк. Ну, думаю, можно это будет исправить. Но, думаю, было бы желание. Так. Четвертое сокровище ждет нас в научной лаборатории. Вообще не сокровище, а лишь карта. Пока мы продвигаемся очень... Ну, так, нормально. По серии наклад. Но... Все-таки... Я, по-моему, на рынок пошел. Но все-таки это такой темп, который займет, получается, 30 с лишним серий. А это довольно долго. По 20 минут. В общем, о чем я говорю? О том, что сокровища клады. Страшно хорошо, карты сделаны интересно. Думать приходится сильно. Как вы видите, по-хорошему мы еще не разгадали ни одного. Как я еще не разгадал ни одного. Кроме Андейла. И то нашел я его при помощи ГЭКа. Будем пытаться все-таки думать самим, но и задерживаться мы не будем. Если вдруг что-то не будет получаться, придется подглядывать. Так, Сайнслэп. Да, кстати, указатель довольно удобная вещь. Чтобы не вспоминать все время. Ну, я думаю, стоит начать сразу поиск где-нибудь снизу, в каком-нибудь столе, я полагаю, и лежит карта. У меня так еще хуже. Evening. Окей, вот там. Еще. Так. Карта. Ты где? I hope you project purity people would be more accommodating. Some people are in such a hurry. Вот она, я просто слепой. Нужен. Ха.
Сложная карта. Нам всего лишь надо прийти на Вапл 58. Нам только вот найти этот Вапл будет не так легко. А мне точно сейчас не обманывают, будет такое существует. ВАПЛ 58. Вот на. Ну да, логично. Что мы не можем отсюда перемещаться. Давайте выйдем, и если мы по-быстрому сможем найти, то будет прекрасно. Если в 4 мы сразу отправимся за поисками карты. Если же нет, то в 3-7 начнем с поиска сокровищ, а потом уже. Hey there. Так, мы опять пришли не туда. Да, мы отсюда не выйдем. It's locked for a reason. Don't get any ideas. Блин. Ну ладно, можно через рынок выйти. Будем надеяться, что эту карту будет первой, которую мы полностью разгадаем сами. Я, по крайней мере, хочу в это верить. Да зачем мне то, что ты подошла, нафиг ко мне нужна? Ривит Сити. Так, сокровища у нас... Ну, кстати, по поводу сокровищ. 1000 крышек. Второй я уже не помню. И вот эти куча патронов. А, второй гранаты. Ну, не то чтобы слишком читерно, но... Не, в целом, если разгадывать самим, это они того стоят, да. Все-таки они того стоят. Не знаю, сколько мы будем проходить... карт перед тем, как мы начнем вновь с модами работать. Ё-моё, я хочу подождать, а сейчас нельзя ждать. Вот это обидно. Там есть друзья и враги, сзади меня никого. Это радует. Гай. Там кто-то стреляет, ну точно. Я у Гая, Я урод, ты где? Ни хрена не вижу, я у Гая его сожрал. Ну, прекрасно. Давайте дождемся утра, иначе мы здесь просто не выживем. Так, вполне нормально. Бедный Ялгай. Ах ты урод. Убил бедного Мишку. Ну что ж, давайте. Так. Вот мы видим вот эту фиговину, но огромную. Эту фиговину надо найти. Вот она. Ага, бочки должны быть слева.
Тогда машина справа. Бочки слева. Ну-ка, машина справа наверху. А быть может и вот эта фигня. В общем, надо найти машину. Там мы видим лишь грузовик. Должно быть две машины. Какой-то радиус. Вот эта штука. Так, опять мне так удобно будет. Тут что-то непонятное. Хм. Пенни-тауэр отсюда видно. Хм, в общем, я пока машин не вижу. Кроме одной. Ну, не считай, это грузовик. Бедный мишка. Еще рейдер. У нас всего два варианта. Либо вот это, либо противоположное. При этом я не понимаю, что это за штука. Вот это понятно, вот это похоже. Да? Да. Совсем некрасивая картинка. Не, ребят, походу все-таки в следующей серии. Я не вижу машины.
меня видимо тоже урвут. Окей. Сейчас мы поднимемся наверх. Вновь мы не увидим никакой машины. И уйдем. Да, в следующую серию. Ну что ж, ребят, я, конечно, сильно извиняюсь за то, что говорю так монотонно, скучно, но трудно довольно думать о чем-то и говорить одновременно, поэтому... Я опять же приношу свои извинения. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайк, комментируйте. С вами был я, Заза. Всем удачи и пока.